Мы на месте. Мы приветствуем Кристопса, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он доверит. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Кристопса, под ногами, 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Кристопса, находит все. У него рептилоид. Репт, хорошо. Сколько грея? 2 грея. 2 грея. Синий дракон. Есть. Джин. Джин. Тоже синий. Есть. И 11-й демон. И демон 11-й. Хорошо. Начинаем работать. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Кристопса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию, мог получить от них, возвращается назад. Усилие потоки в 50 раз. Какой у нас рептилоид, Вера? 102. Ты военный? Какой-то низкий чин, он говорит. Хорошо. Сколько ты находишься с Греями и вашей конструкцией в этом биополе? Около 5 лет. Какая цель вашей подключки? 4 года, 8 месяцев. Цель – экспериментирование. Это слишком обобщенно. Какой именно эксперимент вы проводили? Это эксперимент энергии и биоробота. Сбор энергии и возврат их постепенно, увеличивая количество и забирая разное количество в разное время, сравнивая самочувствие биоробота и его привыкание. Привыкание к вашим энергиям? Жить без энергии, в зависимости от малого количества. Ну, это уже вы глубоко, далеко зашли, репты, греи. Скажешь, Вера, как ревер закончится? Какой у нас синий дракон? 32-11. Цель твоего пребывания в этом биополе? Изучение человеческого пребывания на Земле. Сколько ты находишься в его биополе? 3,5 года. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Кристоп забирает всю чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Кристоп себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Какой у нас синий джин? 25-18. Хорошо. Что ты здесь делаешь, Джин? Наблюдая, присутствуя в его тонких телах и доме. Это ты сейчас мне повторяешь слова синего дракона, что он наблюдает и обучается, или как? Джин, ты серьезно мне это сейчас рассказываешь? Наблюдатель. Что твоя пыль делает в его биополе? Окутывает. А подключки твои что делают? Какая цель твоего пребывания? Как ты деструктивно влиял на его жизнь? То, что ты усложнял ему зарабатывание денег, это мне понятно. Я хочу детали услышать. Я нахожусь в доме. Он попадает в мои энергии, пересекается в них, окутывается. Соответственно, мое внимание привлекает его энергии и, что происходит? И работоспособность. Он сразу что с ним становится, когда он в твои энергии вступил или вошел? Или ему больше работать приходится, или как? Я хочу понять твою миссию. Он показывает, что вот этими частицами своими он передает как импульс в голову, в мозг, что постоянно нужно не что-то уменьшать делать. Планку. Понятно. В этом темп должен оставаться высоким, да? Не ниже того, что есть. Хорошо. Ну вот это я и хотел услышать. И последний у меня демон. Демон, сколько ты присутствуешь здесь в биополе 11? 4 года. Ты в доме находишься? Да. На земельном участке? Или в доме самом? На участке. Ревер закончился, Вера? Мы все забрали? Да. Тогда начинаем с вытаскивания. Начинаем как раз с рептилоида и Греев. Греев, выходите, вытаскивайте свою конструкцию, отключайтесь полностью. Ничего не забывайте, возвращайтесь, докладывайте о готовности к проверке. Она будет проходить несколько миллионов герц. Если вы что-то оставите или забудете, существует вероятность того, что вы сгорите. На них сверху над головой такая, как тарелка, подключка. Форма такая, как у тарелки, узорная, несколько краев у нее выпуклая. И она подключена у него к голове и шее. Вот они знают, что делать. Пусть отключают. Готово. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, возвращайся назад. Готов. Джину выходить не надо. Джин, собирай всю свою пыль, втягивай в себя, все подключки, ничего не забывай. Доклады о готовности к проверке. Тянул он пыль. Хорошо. Демон, эти 4 года, которые ты сидел, на что ты вообще зашел? Физическое движение. Он показывает, лыжи у него есть. Да. На руках палки, на ногах лыжи.
То есть он вырабатывал энергию, которую ты потом потреблял, да? Физическую, да. Физическую. Лярвы есть в биополе Кристапса? Нет, на ногах есть затемнение. Выходи, собирай все, что ты оставил в его биополе, отключайся полностью. На месте доложи, что ты все снял. Хочешь получить затемнение в ногах? Да, хочет. Хорошо, доложишь, когда закончишь. Он снимает палки с рук. Лыжные, да? Тонкая копия говорит, куда ты понес, это мое. Кристап, зачем вам эти палки? У него вот такие привычки. Он цепляется как-то за вещи, что ли. Потому что когда Грей снимали эту тарелку, он тоже сказал, что там мое. Обратите внимание на эту черту характера. С вещами надо расставаться легко. Особенно с такими. Вы понимаете, для чего они вообще эти вещи? Что вам плохо жилось. И вы хотите, чтобы он не забирал у вас их? Вы принимаете участие в этом сеансе? Вы понимаете вообще, что сейчас происходит? Да, начинаю задумываться. Он снял все. Разрешайте забрать затемнение в ногах, забирай и возвращайся назад. Готово. Даю команду сканеру на рассинхронизацию Кристапса с рептилоидом Греями и их конструкцией, с синим драконом, его платами, синим джином и демоном. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Говорит, я имею в виду, там могли остаться мои частицы. Мы сейчас проверим. Готово. Выстраиваю прямой канал от Кристапса к конструкции рептилоида и Греев, а также к этому шару, к этим лыжам. И реверсом отдаю все негативное патогенное низковибрационное, что Кристапс получил от этих артефактов. Пошел процесс. Все возвращаем назад. К лыжам идет усталость. К конструкции. Какая-то запутанность. Понятно. Мысли в никуда и вообще бессмыслие. То есть мысли есть, но они бессмысленные. Рептилоид Грей, вы сегодня не уйдете домой так просто. Сегодня будет с вами другой уже разговор. Реверс закончился. Канали фильтры золотой сеточкой на эти каналы. И в порядке реверса Кристап забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Забираем из этих артефактов весь биоматериал, все родные энергии, все, что на чистоте Кристапса находится, мощным потоком пошло назад. Ну, от этой подключки рептилоидов в тарелке-то идет свет. Свет. Готово. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаю Кристапсу. Моей энергии отстегнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Итак, у нас в доме находится демон, синий джин. Дракон, ты присутствуешь в доме? Плата есть. И рептилоид Грей. У вас стоит конструкция в доме? Да. Понятно, значит, все присутствуют в доме. Начиная потихоньку тогда отпускать сейчас в дом. Демон с джином пойдут сейчас в дом. Каждый соберет все, что он там оставил. Идет на участок. Демон идет на участок, хорошо. Собирает там все, что он оставил. Я демону... Демон потом мне покажет все порталы на земельном участке. Я их закрою и соберу демону весь негатив земельного участка в дорогу. Устраивает? Да. Открывается портал в дом Кристапса. 1, 2, 3. И демон с синим джином уходит в этот портал. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Открывается портал в дом Кристапса. И синий дракон уходит в этот портал. Собирает все, что он оставил. Я прихожу и проверяю. А потом отпущу. Закрывая, печатая, растворяя. И я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Ли, у меня здесь рептилоид 102, 2 Грея, 5 лет сидели, конструкция. Пытались приучить человека жить без энергии. И одновременно давали состояние полный хаос в мыслях, что он ничего не мог. В принципе, мысли есть, но они непродуктивны. Заберем, проверим, конструкцию тоже заберем. Благодарю тебя. Готово. Хорошо. Клетка пустая полностью? Лыжи. Под лыжами открывается воронка в галактическое ядро, они уходят на переработку вместе с палками. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Поехали дальше. Выходит эмоциональный фантом 55 Гц. Пошел, подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. Кристапс, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно чувствую. И я полный и понимаю свои энергии и энергетических центров или тонких тел. А также я знаю, что моя душа с Арктура, и я чувствую эти энергии, они как алмаз проходят белым
твердым потоком по всем энергетическим центрам. Это дает мне уверенность и счастье. Очень хорошо. Очень мало душ осознают себя. Вы осознали. Если вы захотите встретиться и познакомиться со своим куратором, задать ему 10 своих вопросов по своей душе, обращайтесь к нам, мы обязательно вам поможем. Хорошо, сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашего дома и животных. Входи в дом. Клетка остановилась на первом этаже в комнате, да, камином, да. Зал, наверное, это. Хорошо. Здесь рахнует. Есть. Синий дракон. Есть. Здесь бес. Есть. Черт. Да. Джин. Да. И здесь есть. Я не вижу гуманоида, но здесь есть платы в доме гуманоида. Платы гуманоида в доме? Да. Хорошо. И две воронки еще в клетке. Под воронками открываю портал в галактическое ядро. И воронки уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. От плат гуманоида выстраиваю прямой канал гуманоиду, притягиваю в клетку тюрьму. Нет, он тормозит. Кто тормозит? Он живет в ком-то и синхронизирован с кем-то в этом доме. В этом доме он синхронизирован с кем-то? Да. Хорошо, гуманоид, я тебе могу сказать следующее. Если я тебя найду в чем-то биополе, если ко мне обратится человек, ты получишь живую плазму. Я могу и сейчас поставить купол из живой плазмы, и тебе будет очень туго. Ты не хочешь уйти сразу? Он подсвечивает свои платы. Я их сниму сейчас без проблем. Итак... Его ответа не следует? Ну, смотри. Хорошо. Сила моего намерения. Он просто да. Подсвечивает платы свои, как дает сигнал, что он тебя услышал. Хорошо. Сила моего намерения под платами открывается. Воронка в галактическое ядро. 1, 2, 3. Срывая все платы, уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Джин, ты все свое собрал? Да. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Синий дракон, ты собрал все? Да, он тоже показывает, что снял. Хорошо, я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше не придешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Арахноид, выходи, собирай всю свою паутину. Если есть потомство, потомство собирай, ничего не забывай. Возвращайся назад, приступай. Да, готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Бес и черт. Выходите каждый, собирайте все, что вы оставили в отдельности. Все свои ловушки, сеточки, комочки, одеялки, все, что раскидали в доме, собираете, возвращаетесь назад. Не собирают, а здесь в одной из спален стоят еще платы Греев. Хорошо, под этими платами Греев открываю воронку в галактическое ядро, срываю их, и платы уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. У меня отмечено, правда, но еще не дошли до этого. Хорошо. Готов. Без чертом пришли. Вернулись. Кто из вас покажет мне сейчас порталы? Я их черт закру... покажет. После этого я соберу негатив и могу поделить его между вами, которые в этом доме находятся. Устраивает? Да. Пошли, черт, по дому, показывай порталы, я их закрываю. Камин. Традиционно. Под камином открываю внизу воронку в галактическое ядро. Портал, фантомы, частицы портала уходят на перерыв чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Пошли дальше. Он говорит, что он просто создан для продолжения. Эта труба должна продолжиться вниз. Готово. Дальше здесь, возле входа, комната, где стоит стиральная машина. Там, где здесь кот сидел. Справа. Да, здесь справа, в углу портал. Там. Я же говорю, что кот показывал портал. Я его понял. По-моему, душ там что-то. Хорошо. Есть в углу. В этом месте в углу открываю большую воронку в галактическое ядро. Портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, пошли дальше. Под лестницей. Традиционно, обязательно, если есть лестница, будет там и черт. И портал. Открывается под лестницей внизу воронка в галактическое ядро. Портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Идем дальше. Здесь вход есть какой-то, дверь, это вход, и это портал.
Под этой дверью внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантомы частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Наверх идем мы. Здесь в одной из спален окно, в потолке которое. Да. Под ним открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантомы частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Дальше в одной из спален есть комната. В этой комнате стена, которая напротив входа портал. По всей комнате, которая... Стена, которая напротив дверей. Стена портал, да? Да. Хорошо. По периметру этой стены открывается воронка в галактическое ядро. Портал фантомы частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Дальше с лестницы, как спускаешься, зеркало прямо напротив висит в стене портал. В этом месте внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантомы частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. В этот портал человек, когда спускается, человек проходит мимо зеркала налево. Да. А его энергия затягивается прямо в портал. То есть зеркало готово. Все, порталов нет больше. Возвращаемся к клетке в тюрьме. Даю команду на 4 из каждого угла. Эмоциональная энергия, эмоции, мысли и чувств. Пошел процесс. Но сформировалось 2 больших овала. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Он уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Второй шар делю на 2 равные части. Без черт забирайте. Да. Отправляю каждому по его половине. Готово. Хорошо, найдите себе новое место обитания, я все буду здесь запечатывать. Все понятно? Все понятно. Открывается внизу 2 портала, один на чистоте беса, один на чистоте черта. Бес забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Черт забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю оба портала и ставь 2 огненные пентаграммы. Готово. На счет 3 перед тобой появляется тонкая копия собаки Ноа. И Ноа стоит перед нами. 1, 2, 3. Да, я вижу. Привет, Ноа. Мы пришли тебе помочь. Включай внутренний белый свет Ноа. Этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низкооперационное, чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. У нее длинные ногти, она цокает. Надо ногти тебе подрезать, Ноа. Шар вышел. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. И в макушку головы Ноа начинает поступать необходимое количество ей собачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. И поднимает чистоту вибраций Ноа до комфортного ей уровня. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрации гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, но как ты себя чувствуешь? Она крутится, показывает себя. Красивая, молодец, хорошо. Хочешь что-то хозяину передать? Вот есть какие-то желания, я передам. Ее все устраивает. Отлично. И возвращаем Ноа в ее систему биоробот-душа. Она синхронизируется, гармонизируется со своим биороботом на всех уровнях. Готово. Перед тобой появляется тонкая копия собаки Юко. И Юко стоит перед нами. Да, здесь. Привет, Пуделек. Мы пришли тебя почистить. Включаем внутренний белый свет Юко. Этим светом выдалит из себя все негативное, патогенное, низкооперационное, чужеродное, находящееся в его биополе. И свет пошел. Энергия выходит, формируется перед ним в шар. Шар готов. Открывая воронку в галактическое ядро под этим шаром, он уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Макушки головы Юко начинает поступать необходимое ему количество собачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Чистота, вибрация этих энергий поднимается до комфортного ему уровня. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Юко, как ты себя чувствуешь? Юко готов в бой. Он видит черта и беса и готов разорвать их. Нет. Но с космическими он не может справиться. Понятно. Хорошо, Юко, это я все сделаю, я их отправлю. Порталы мы уже закрыли. Сейчас наполним дом еще защитой, поставим и энергиями наполним. Так что не надо тебе сейчас на них набрасываться, я все сделаю сам. Возвращаем. Не, он вообще их видит в доме. Когда он их видит, он хочет лаять и разорвать их.
Хорошо, возвращаем тонкую копию Юка в его систему биоробот Душан. Он синхронизируется, гармонизируется со своим биороботом на всех уровнях. Готов. Переходим к главному хозяину этого дома, код Честерс. И на счет 3 Честерс стоит перед нами. 1, 2, 3. Он мяукает и бегает, порталы показывает. Честерс, я все порталы уже закрыл. Сейчас я тебя почищу, и у тебя все будет хорошо. Включаем внутренний биосвет Честерса. Этим светом выдавливает из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, чужеродное, находящееся в его биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ним шар. Да, и шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. В макушку головы Честерса начинает поступать необходимое ему количество кошачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать, мощность потоков усиливается. Частота вибраций котика поднимается до комфортного ему уровня. Ему нравится кошачья энергия, так как у них не равны силы. Конечно, может тебя защитить. Собачьей энергии больше, чем кошачьей, да. Это верно. Тебе поставить защиту кошачью? Хочешь меркабу получить, Честерс? Ну, он хочет получить, но он хочет, чтобы дом был защищен. И это я сделаю, вне зависимости. Готов. Хорошо, синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. И устанавливаем на Честерса кошачью меркабу. 1, 2, 3. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в его биополе активирует меркабу. Она дает ему уверенность, он может передвигаться везде. Конечно. Готов. Ты хочешь проверить дом, мы уже все почистили. Портал хочешь проверить? Он уже проверился. Он же... Коты никогда не верят на слово. Честер, у тебя есть какие-то желания, которые я мог бы передать хозяину этого дома? У него идет с пуделем противостояние, кто главней. Понятно. Я подозреваю, что это противостояние все-таки останется. Он тоже живет в этом доме. И я не думаю, что хозяин может как-то пуделю или тебе объяснить, что вам надо друг с другом мирно общаться. Ты уж постарайся как-то мирно со всеми общаться. Есть не, но он мирно общается, просто у них противостояние, кто главный. Пудель, ага. Он защищает, и он быстрый, он бегает. Да. А кот, он по-другому все это чувствует и показывает. Просто на него нужно обращать внимание. Вот надо хозяину тоже сказать, чтобы он больше внимания уделял коту. Ты этого хотел? Это хотел сказать Честерс? Показывать, что он тоже главный в доме? Нет, он иногда показывает, мяукает или ведет куда-то, но его не обращает на это внимания. Думает, что он ведет к тарелке. Я обязательно передам, что не все в жизни котика – это тарелка. У него еще есть другие потребности, которые ему тоже надо удовлетворять. Такие, как внимание и хорошие слова. Коты все понимают. Честер, если больше вопросов нет, возвращай тебя назад, ты защищен. И сейчас я поставлю еще защиту, здесь вообще никто не зайдет. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем Честерса в его систему биоробот Душа. Он синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Готов. В каждой комнате наносится, обновляется в автоматическом режиме. Есть. Хорошо. Отключаемся от дома. Переносись на земельный участок. Ты на земельном участке. Да, я здесь. По всему периметру земельного участка устанавливается во дворе. Установилась. Кто у нас там? Здесь рахнует. Рахнует. Везде. Здесь демон. Да. Неупокоенная душа. Да. И две воронки. Под воронками открывая портал в галактическое ядро. Воронки уходят на переработку, закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Арахноид, выходи, собирай всю свою паутину, все свое потомство, если таковое есть. Ничего не забывай, возвращайся назад, приступай. По участку есть сетки. Ну вот, снимай. Там есть навес у него. Да. Вертикальные такие тоже паутины энергетические. Человек прошел и потерял силы. И не понял ничего, а сил нет. Готов. Рахноид, больше на этот земельный участок ты не приходишь. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Хорошо. Демон, ты все свое собрал? Все. Сейчас я с неупокоенной душой разберусь. Неупокоенная душа, представься, как тебе обращаться. Кирилл. Кирилл, как давно ты находишься на этом земельном участке? 2 часа. Ты пришел... Ты знал, что мы порталы открываем? Я не знал, как это будет. Была информация и энергия. Свет шел с этого места.
Так и есть. Ты пришел правильно. Я еще задам тебе один вопрос. Как давно ты закончил свое земное существование, свою земную жизнь и в каком возрасте? В 2017 году, 18 лет. И что случилось? Наркотики. Я не судья, поэтому ничего здесь не могу тебе в этом отношении и не буду говорить. Если ты готов, я открываю тебе сейчас светлый портал в чистилище. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. Кирилл идет в этот портал, его куратор встречает. Все, кто его знали и любили по ту сторону, встречает Кирилла. Желаем ему всего наилучшего в новой жизни. Готово. Встречает его? Да, его встречает. У него сожаление такое, что он это воплощение ни туда, ни сюда. Все понятно. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, демон. Ты свое все собрал. Пошли по земельному участку. Закроем портал и соберу тебе негатив. То же самое. Под навесом там такая воронка в земле. В этом месте под навесом открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. По-моему, машину останавливают под ней. Да, карпот. Готово. Хорошо, дальше. А дальше там как детская такая площадка небольшая. И, в общем, в той стороне, там, где забор, вертикальный портал. Где трамплин стоит? Трамбулин. Это одно и то же. В этом месте внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатываю, растворяю. Я просто вижу здесь трамбулин или батут. Я не вижу никакой трамплин. Батут. Я имел в виду батут, что-то я сказал трамплин. Все правильно. Да, в этом углу. Готово. Хорошо, пошли дальше. Но здесь большая площадь, я не могу описать, здесь ничего рядом нет. В земле есть круглый портал еще один. В этом месте, где портал, внизу под ним открываю воронку в галактическое ядро портала, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Все? Все. Возвращаемся к клетке. Даю команду. На счет 3. Энергия, эмоции, мысли и чувств. Здесь 2 шара, космический больше. Космическим открываю воронку в галактическое ядро. Шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Демон, твой шар забираешь? Да. Отправляю демону. Да, готово. Иди новое место обитания, я все буду здесь запечатывать. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Под клеткой открываю воронку в галактическое ядро. Она уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. И заливая весь земельный участок, говорит, в автоматическом режиме обновляется в автоматическом режиме. Готово. Мы закончили. Отключаемся от этого дома. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.